В Воронеже отметили День памяти трех российских святителей. В День памяти Митрофана Воронежского, Тихона Задонского и Дмитрия Ростовского митрополит Воронежский Лискинский Сергий возглавил престольный праздник в Нижнем храме Благовещенского кафедрального собора. Празднование в честь трех чтимых святителей земли русской, Митрофана и Тихона, епископов воронежских, и Дмитрия, митрополита Ростовского, было установлено в середине XIX века по образцу Дня памяти трех великих вселенских святителей и учителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. В Воронежском крае на рубеже 20 и 21 столетий праздник трех святителей российских обретает особое значение. 8 лет назад митрополит Воронежский Лискинский Сергий совершил великое освящение в честь трех святителей нижнего предела Благовещенского кафедрального собора. Поэтому и день стал сугубо торжественным для православных воронежцев. В 1899 году Тверской епископ, вновь назначенный на кафедру, объезжая свою епархию, обратил внимание, что в городе Бежецке, в Рождественском храме, есть предел, освященный во имя трех святителей. Это митрофан Воронежский, митрофан Тихон Воронежский и Дмитрий, митрополит Ростовский. И вот этот архиепископ обратил внимание на такое интересное сочетание этих трех святителей. И видя перед собой сегодня вот жизнь вот этих наших трех святителей, мы должны обращать внимание на их жизнь. Мы должны следовать их жизни. И тогда они нам помогут и в телесном здоровье, и в духовном совершенствовании, и помогут приобщиться нам к Царству Небесному. Кроме того, в Нижнем храме сугубо молились святому Серафиму Саровскому. Церковь отмечала обретение его честных мощей. Годище Божие, преподобный богоносный отче наш Серафиме, призри от горения слава на нас, горния слава на нас, смиренных и немощных, обремененных грехи многими, Твоя помощь и утешение просящих. Почитать святого русские люди начали еще при его жизни, а канонизация состоялась по инициативе императора Николая II, который лично нес раку с его мощами на торжествах.